Особое мнение на 101 FM. 13.06 в Кирове. Программа «Особое мнение» в эфире. Я Анна Лапшина. Приветствую слушателей. Говорю, здравствуйте, гости в нашей студии. В гостях у нас Дмитрий Русских, предприниматель, депутат законодательного собрания Кировской области 4-го и 5-го созывов. Дмитрий Михайлович, здравствуйте. Добрый день, Аня. С Путина день. Начнем. Все слушатели. Ну, как сразу резко с Путина начнем. Нет, мы начнем с обращения президента Российской Федерации, Федеральному собранию Российской Федерации, о том, что сейчас идет по всем экранам, и то, что... А многие люди очень сильно ждали, хотели узнать, все, что таки нас ждет впереди, светлое будущее, или все-таки не такое светлое, как нам всем кажется. Но, тем не менее, вот уже идет больше часа, и мы слышим заявление, которое произвел президент, и все сидящие в зале очень бурно хлопают, радуются такому моменту. Ну вот, допустим, первая новость... Ну давайте, которая... да, от новостей просто. Да, первая новость, которую мы сейчас слышали, да, что... О выплате материнского капитала уже на первого ребенка. Уже на первой стадии, когда на первом рождении первого ребенка уже 466 тысяч, и плюс он предлагает еще поднять на 150 тысяч. Да, получается, где-то 600 тысяч должна получить каждая российская семья за рождение первого ребенка. Ну, мы помним, да, что материнский капитал — это не те деньги, которые выдаются и которые можно там условно снять в банке и использовать как хочешь. Ну, там, да, там есть, да, есть определенное количество, да. Как их тратить, но при этом уже находятся, как всегда, и антиметодики, которые, в общем-то, дают особенно не таким благонадежным родителям возможность получить и наличные деньги через определенные процедуры. Ну, обналичивают. Да, обналичивают, да, за определенный процент. Да. Хоть и наказывают за это. Хоть и наказывают, но это очень сильно процветает, и особенно в районах области и в небольших поселках, там, где у нас есть проблема как раз вот с такими детьми и родителями. Ну, в общем-то, как бы звучит... Это популистский ход или это реальная какая-то вот история такая на благо всего народа нашего и на благо демографии российской? Ты знаешь, Аня, он сейчас сказал, я имею в виду президент, что брошен вызов низкой рождаемости. Мы впервые за многие годы, у нас смертность опять превысила рождаемость. Значит, мы видим динамику, что это происходит, и я так думаю, что это все связано с социально-экономической ситуацией в стране, потому что что тут греха... Там ведь есть еще такие вполне как бы, ну, предсказуемые демографические процессы. Да, там есть демографические процессы, ямы, которые у нас всякие, идут еще, да, с Великой Отечественной войны, со второй там, да, и они периодически происходят. Но мы, наверное, все равно больше сегодня склонны сказать то, что последние 4-5 лет доходы населения в стране очень сильно падают. Мы видим, как прожимается и население, и бизнес. Мы видим, что реально никаких улучшений в жизни. Да, может, даже людей... не доходы падают, а расходы растут. Может быть, а вот, это все автоматически. Вот ну, вот. В принципе, и доходы не растут. Да? Доходы не растут, они падают. А расходы растут. А расходы растут. Если мы возьмем сегодня, допустим, некоторые бюджетные сферы, где нам говорят, что там капитальный рост, там, да, а мы понимаем, что там в некоторых направлениях, что не только они не выросли, они даже немножко опустились или даже значительно опустились, то с этой точки зрения, конечно, очень важно понимать, что президент сказал, что будто бы брошен вызов. Там, да, и сегодня мы пытаемся вот этими 600 тысячами решить демографическую ситуацию. Значит, ну, вообще... Это смотивирует рожать больше? Я думаю, рожать что, раньше? Я думаю, что, наверное, нет. Потому что все-таки рождение детей — это совершенно другой осознанный период. И в данном случае хочу сказать, что ведь если мы посмотрим мировую практику, да, а ведь поддержка государства идет совершенно на другом уровне, а не при рождении ребенка, когда там выдаются чисто какие-то определенные деньги, которые, в общем-то, семья может потратить. Ведь деньги-то даются в самом начале. А жить-то придется очень долгий период времени. Растить ребенка. Растить, да, ребенка и покупать воспитывать ему одежду, да, из которой он вырастает. Да, то это немножко другая вообще уже история. И вот здесь как раз мы на это-то никто внимания не хочет обратить. Потому что я считаю, что главный фактор государства – это желание и все стремления для того, чтобы доходы населения росли. Чтобы государство несло социальную ответственность в своем формате. Это обеспечение, согласно Конституции, бесплатного хорошего образования, значит, лечение, культурные, спортивные мероприятия и все прочее. Да, вот такой большой пакет, который должен как бы как раз формировать этого ребенка в последующие годы его становления на этой земле. А то... я правильно понимаю, что вот помимо материнского капитала каких-то мер, существенных мер поддержки после того, как там ребенку исполняется полтора года, да, родители не получают? Вот эти детские пособия, которые
которых говорят, которые копеечные совершенно. Вот сейчас сказали, что там от 3 до 7 лет у тех, у кого доходы не превышают у семьи там, по 5 тысяч, он сейчас также сказал. Угу, на человека. Значит, да, угу. Но мы понимаем, что на самом деле как бы это совершенно не та история, про которую мы вообще должны говорить. На фоне, переходя от президента там, федерального уровня на местный уровень, да, мы сегодня буквально там в начале этого года видели информацию, некоторые СМИ написали о питании в декабре месяце в большинстве детских учреждений города Кирова. Да? Какое там было питание для детей? Ну, извините, если мы так детей своих кормим таким питанием в детских садах и там дошкольных учреждениях, ну, извините, а что мы должны в будущем-то от этих детей ждать? Потому что вообще я всегда сравниваю себя... Свое детство, да, и вот при всех там каких-то сложностях понимания там того строя, ну, я имею в виду Советского Союза, вот тот ложный... Ваше детство, если не секрет, на какие годы пришлось? Ну, то есть получается, это 70-е, 70-е? Это 80-е. Конец 70-х, там, 80-е. Я просто к тому, что все-таки лозунг, который всегда говорился, а он говорился следующим способом, что все лучшее детям, да, я реально это видел, потому что строились детские сады, строились лучшие там спортивные сооружения, все-таки государство старалось все новое и самое лучшее отдать детям. Игрушки были бесплатные. Игрушки бесплатные были, секции были бесплатные, все это было новое, все это было хорошее. Школы питания были бесплатные, качественное питание, да, в первую очередь. Потому что вот сейчас я езжу там по миру, там вижу, что очень большое внимание вообще все государства, особенно которые, ну, есть на кого стремиться, да, они очень много времени и внимания уделяют именно развитию детей и в плане их питания. Да, потому что питание – это основной там, такой стимул для роста, развития ребенка. У нас, к сожалению, судя по тому, как мы читаем, и то, что мы видим, и я вижу, как сегодня у нас питаются там, в школах и везде, и в больницах, мы понимаем, что для государства это не основная там, часть жизни. И если сравнивать, как пишут СМИ, тот пакет, который был накрыт стол к новогоднему празднику на елке или на встрече главы города там, с предпринимателями, с депутатами, там совершенно почему-то другой пакет вообще услуг и питания, и продукты совершенно другие, и цифры совершенно но другие. Но они весь год копили, может быть. Нет, они не копили, они последние... детей каждый день кормят. Да, ну вот я бы лучше детей кормил так же, как они едят раз в год, хотя я в это не верю, что они раз так в год едят, а им уже давал то, что, в общем-то, оставалось бы со стола. А у нас происходит наоборот. Угу. Мы говорим, что дети наши все, но при этом мы не вкладываем вообще ни в детей, ни в юношество, и в данном случае это все ложится большой ношей на родителей, которые, в общем-то, остаются один на один со своими детьми без какого-то, ну, как в моем понимании, активного участия государства и власти. Я вас правильно поняла, что мера по увеличению материнского капитала и выплате его уже на первого ребенка, это мера хорошая, но недостаточная? Это мера хорошая, но не совсем эффективная, потому что в большинстве стран, которые я вот там смотрел, изучал, значит, они считают, что деньги вот в таком формате это не совсем эффективное расходование. То есть лучше не разово давать, а системно сопровождать семью с ребенком на протяжении всей жизни ребенка, пока вот он не вырос до взрослого. Это до мы говорим с тобой, дошкольное образование, школьное образование, спортивная секция, культурная секция. Все должно в этом направлении делаться для детей самое лучшее и самое современное. Мы живем в 21 веке, и сегодня технический прогресс так быстро идет, что дети должны в нем успевать. Значит, должны все классы, школы быть... соответственно, 21 веку. А у нас сегодня в любую школу зайдите, которая там, допустим, еще в советское время построена, 70% окон деревянные, туалеты не отремонтированы. Пластиковых окон нет, да, депутаты городской думы поднимали в прошлом году этот вопрос. Точно так же и в детских садах. И ремонты не делаются. Все делается по остаточному принципу. Денег нет, но вы держитесь, да. И вот, слава богу, советской еще власти это все держится кое-как. Но хорошо строили. Да, хорошо строили. Я думаю, что если бы строились в сегодняшнем периоде, наверное, уже давно бы все рухнуло, то, что там есть. А мы туда заводим своих детей. Мы их воспитываем. Они должны видеть красоту и технологии, а не то, что там такое старое все и забытое Богом. Дмитрий Русских в нашей студии, предприниматель, депутат Законодательного собрания Кировской области 4 и 5 созывов. Делаем небольшой перерыв на 20 секунд и к вопросам с сайта обратимся. Особое мнение на 101 FM. Хотя они получили меньше мнений. Дмитрий Русских в нашей студии, предприниматель, депутат Законодательного собрания 4 и 5 созывов. Мы продолжаем. Дмитрий, есть вопросы на сайте hakirova.ru. Их два пока.
Ну, тут, правда, один очень обширный, и в нем несколько вопросов. Давайте с него. Значит, первое. Оцените коллективную работу городской думы и администрации города Кирова. Насколько они эффективны, способны договариваться и работать во благо горожан, а не в угоду собственным амбициям? Ну, и такой как бы совместно, да, вопрос. Считаете ли вы, что среди депутатов есть яркие лидеры, способные вести за собой и реализовывать серьезные проекты? Да, такой очень сложный, ну, объемный вопрос. Да. Договариваются, деле, думы и администрации или не договариваются? Вы знаете, это очень такой небыстрый период, потому что хочу сказать, что вот если мы сегодня будем сравнивать там городскую думу и ЗАГС собрание Кировской области в сегодняшнем периоде, да, то мне лично кажется, что как бы по всем параметрам и по всем интересам и по предоставлению каких-то возможностей для обсуждения, конечно, городская дума очень сильно выросла. Последнее время выросла. Да. Выросла. В сравнении с предыдущим созывом. Предыдущий, да. Угу. И мы видим, что говорят об очень многом. Они не боятся. И гордума — это место для дискуссии. Да, это место дискуссии. В ЗАГС собрании, наверное, тоже было бы место для дискуссии, но, видимо, там очень мало депутатов, которые готовы дискутировать там, да. Значит, и в данном вопросе, конечно, то, что уже происходит в городской думе, гораздо интереснее и полезнее для кировчан, чем, допустим, то, что происходит в ЗАГС-собрании. При этом хочу сказать, что мне всегда есть такая поговорка, что, говорит, лучше, болото или цирк с конями, да? Мне кажется, что цирк с конями интереснее, чем болото. Да, пускай там будут какие-то споры, пускай там будет какой-то, ну, может быть, кому-то это смешно будет казаться, как они это все делают, но, по крайней мере, идет дискуссия. При этом хочу сказать, что ведь последние годы, что городская дума, что ЗАГС-собрание, они, конечно, утратили то былое могущество, которое всегда преобладало в том, что на самом деле по всем законам законодательная власть гораздо выше исполнительной. У нас, к сожалению, все перевернулось, и у нас сегодня исполнительная власть преобладает над законодательной. И диктует волю свою, да? Да, конечно. Угу. То в данном случае, конечно, очень тяжело сегодня тем депутатам, которые пытаются вернуть какое-то былое как бы величие или признание городской думы, сразу войти в тот формат, что с ними начинает считаться исполнительная власть, и их прислушиваться, договариваться, совместно делать какие-то проекты. Я думаю, что это период какого-то определенного будущего периода. Но, по крайней мере, в городской думе этот процесс запущен. И рано или поздно исполнительная власть будет вынуждена считаться, обсуждать, принимать решения, учитывая интересы, в первую очередь, горожан, кировчан в лице депутатского корпуса. Если мы этих депутатов выберем правильно. Вот мы сейчас, подождите, все-таки говорим о текущем созыве. Вы говорите, когда-нибудь. То есть это вот еще при текущем созыве городской думы случится. При текущем созыве это может произойти, но мы сегодня понимаем, что те люди, которые сегодня активно себя ведут, которые дискутируют, они пока находятся в меньшинстве. Вот если они смогут за этот период времени до окончания своего периода выборов... Срока депутатских полномочий. Да, до 22-го года переломить и на свою сторону перевести там спящих или не хотящих депутатов в свою сторону, то, конечно, это может произойти и в этом созыве. Но я думаю, что, конечно, больше шансов, что это будет уже в следующем созыве, потому что уже подан пример и процесс пошел. А мы ведь не знаем, каким будет расклад сил в следующем созыве, Дмитрий Михайлович. А я уверен, что к тому времени кировчане будут очень ответственно к этому подходить, и мы будем выбирать именно тех депутатов, которые, за которыми будет приятно наблюдать, и за которых мы будем рады, так как они работают, потому что это приносит эффект для кировчан и для нашего прекрасного города, который, к сожалению, последние годы нельзя назвать прекрасным. Так, все-таки вот вопрос. Оцените коллективную работу гордумы и администрации Кирова. Есть коллективная работа? Я думаю, что пока ее нет. Она в каких-то моментах проходит, но так как исполнительная власть больше у нас ориентирована на свои личные какие-то вещи и на интересы крупного бизнеса, то понятно, что в данном случае пока такого взаимодействие, которое бы на самом деле приносил эффект, и мы бы все его замечали, пока я его, лично я его не вижу. Угу. По каким-то вопросам им удается договориться. Консенсус. Да, ну совершенно не принципиально. Мы говорим, что, допустим, по каким-то глобальным вещам, это принятие бюджета, это развитие программ, назначение руководителей там, или замов главы администрации. Это, конечно, вот главные вопросы, которые должны решаться совместно. А сегодня происходит так, что сначала назначат глав администрации, замов, и потом мы узнаем, что эти люди совершенно неподходящие, они откуда-то приехавшие, потом их куда-то убирают или они сами убирают. И на это депутаты не могут влиять, к сожалению. Это большая очень проблема.
Да, это правда. Если бы было обсуждение каждой кандидатуры и каждого человека... И было бы честное голосование. Да, и было бы честное голосование, возможно, какие-то люди... То многие бы кандидаты не прошли... Многие кандидаты, прежде всего, на старте задумались бы, надо ли им вообще это, если с них так спрашивать. Я считаю, что вот как раз это главный ресурс депутатов городской ЗАГС собрания. Есть яркие лидеры среди депутатов. Ну, есть совершенно интересные как бы депутаты, на мой взгляд. Вот, допустим, ну, Владимир Журавлев. Да, мы... Ну, Владимир Вениаминович мы знаем. Да. Хотя он... Последнее время мне очень приятно, что появилась такая Надежда Сураева, которая очень тоже старается много спрашивать, говорить, работать. Значит, ну появляется. Так, это «Справедливая Россия» все. Да, «Справедливая Россия». Фракция. Угу. Ну, кто еще есть? А кроме «Справедливой России» ну, есть вот, яркие депутаты? Я вижу очень часто и у вас, и вообще на всяких дискуссиях Денис Ерохин, да, это ЛДПР. Да. Кстати, почему-то вот если мы сейчас так будем внимательно подходить к этому вопросу, мы увидим, что это в основном почему-то депутаты оппозиционные, от оппозиционных партий. Я сегодня даже не могу сказать конкретно, я даже не знаю депутатов от «Единой России», которые там есть, которые вот так на слуху. Видимо, только Елена... Юрий Львович Шмензон у нас не во фракции «Единой России». А, да, нет, он вот... единорос, да. Но в последнее время где-то я Юрия Львовича потерял. Видимо, что-то он как-то вот притих. Ну, он в отпуске, насколько да. я знаю, ну, пока. Ну, вот, допустим, наверное, самая известная у них, по крайней мере, по СМИ, это Елена Ковалева, которая глава сегодня... города, глава города, да. Она же как бы член партии. И вот, ну, вот, в принципе, она, ну, понятно, что... как самое яркое лицо. Да. Самое да. яркое лицо во фракции. Ну, Елена Васильевна, кстати, тоже но она же глава города. Критически высказывается в адрес администрации города. Я уж не знаю, находят они консенсус в итоге или нет. Судя по всему, находят все-таки. Ну, как это критически? Вот критически это что? Критически я понимаю, что если бы Елена Васильевна как глава города не допустила бы очень большое количество людей, которые непонятно как оказались в администрации так города... Так у нее полномочий нет, мы же с вами это говорили. Нету Думы полномочий сейчас не допускать. Подождите, но никто не мешает сегодня Думе, ее составу, принять те законы, которые позволяли бы сегодня как бы голосовать за замов главы администрации, и, там, за главой департамента. Это все можно делать при желании. Нет, подождите, они, насколько я понимаю, замов-то все-таки ведь утверждают. Ну, в том смысле, что они обсуждают утверждают, да, но почему-то как бы мы не начальников, видим, что там... Начальников отделов департаментов, наверное, ну, почему мы не видим там дискуссии, почему мы не видим каких-то обсуждений, почему мы не видим даже в крайнем случае, что кого-то не приняли и из-за того не проголосовали, посчитали, что этот человек профессионально не готов работать на тех должностях, которые ему предлагают. Ой, я помню эту историю, когда зама по инвестициям предлагали новую кандидатуру, да, и новый пост, и новый, там, значит, собственно говоря, там, ну, новую ставку, да, и сначала человек этот пришел, потом он ушел, по-моему, Карпинский, да, его было фамилия. За него же проголосовали. Да, вместо, это тогда, вместо него предложили поставить еще там одного зама уже на другие полномочия совершенно. Депутаты тогда отказались и прокатили. Ну, мы с тобой, если тоже там посмотрим, то, конечно, все эти дискуссии проходят благодаря депутатам от оппозиционных партий. Ну да, если, собственно, это в паблик-то попадает, да, благодаря депутатам, да, депутатам от оппозиционных фракций. Но мы говорим, что портфель-то контрольный находится у другой фракции. У «Единой России». Да. Так что с чем Елена Васильевна недовольна? Понятно. Она имеет все полностью права для того, чтобы полностью быть довольным всем. Хорошо. Что вы думаете об идее создания гражданской палаты? Оцените потенциал Валерия Семенищева как лидера общественного мнения и гражданской палаты. Я не понимаю, что такое гражданская палата. Это с пятницы у нас эта история. Да. Слушайте, ну вот я вот изначально, когда мы... Некое объединение. Пока это видится как объединение 20 наиболее активных блогеров Кировской области. Или Кирова, потому что гражданская палата Кирова предлагается Кирова, создание. Ну, Кирова. Из числа блогеров, правильно? Ну, видимо, да. Да, ну... Пока не очень понятно. Да, не очень понятно смысл. Вот на самом деле я хочу сказать больше там, да. Вот мы очень долго тому созыву, благодаря снова оппозиционным депутатам, долго не принимали закон об общественной палате Кировской области. Потому что мы понимали, что это совершенно ну, не совсем понятный и нужный, тем более за бюджетные деньги, орган. Так, подождите, вообще в целом о создании общественной палаты вы говорите? Или о новой системе формирования, там из трех частей формируется? Нет, это уже все потом дальше пошло. Так. Мы говорим, что вообще, насколько была нужна в том формате, который есть, общественная палата Кировской области. Значит, потому что, в принципе, полномочий в общем-то никаких, да. Значит, то, что они пытаются делать, у нас, в принципе, есть депутатский корпус. Если бы он хорошо работал, хорошие были у депутаты, они то же самое все делают, да. Они представители, по крайней мере, населения. Они избираются по одномандатным округам, большинство. Значит, и мы очень долго не пропускали... Всем казалось, что общественная палата подменяет собой, ну, точнее так, дублирует собой, да, депутатский корпус. Да, в том числе, и при этом мы еще должны были выделить на нее бюджетные деньги, которые, в общем-то, позволяли ей работать. Потому что сегодня есть бюджет на общественную палату,
из областного бюджета. Слушайте, он там какой-то совершенно микроскопический. Если мне память не изменяет, это в пределах 2-3 миллионов рублей по году. Да ладно? Да, ну, слушайте, ну как, а как? Значит, там же есть секретари, там есть люди, которые работают в аппарате, что-то готовят. Нет, там только аппарат, по-моему, получает. Нет, ну аппарат же платить деньги надо. Зарплату. Руководителю общественной палаты надо платить? По-моему, это общественная нагрузка. А мне кажется, что нет. Ну, я сейчас спорить не могу, но в данном случае у меня точно есть понимание, что это было по тем временам 2-3 миллиона. В общем, в какую-то сумму бюджетных средств обходилось. И мы до сих пор сегодня не видим, и самое главное, как она формируется. Она не формируется, общественная палата, из людей, общественников. Мы понимаем, что туда заходят те люди, которые, в общем-то, может быть, и хотят, но все-таки при поддержке правительства Кировской области. Все-таки мы понимаем, что это такой орган, который не самостоятельный. И что тут греха-то таить там, да? Я просто, когда все это организовалось, я пришел на общественную палату первую, которая проходила еще вот в этом здании, которое рядом с нами находится, в большом актовом зале. Это было первое заседание. Какой, ты думаешь, они первый вопрос обсуждали и поддержали? Какой? Это увеличение транспортного налога. А-а-а. Да, потому тогда были очень большие дискуссии, на самом деле. Значит, то при этом как бы мы понимаем, что это такой орган, который создан, в общем-то, для успокоения кого-то и для чего-то. Да нет, ну ладно, работает общественная палата, есть какие-то вещи, которые решают. Давайте к гражданской палате. Я не понимаю тоже смысл вот этого союза и чем он будет заниматься. Он будет исключительно на общественных началах. Ну это понятно, я надеюсь, конечно. Да, то в данном случае, ну, я вообще все считаю, все, что делается на общественных началах и при желании людей, это хорошая история. Ну, хотят люди сделать, блогеры, вот это такой союз, ну, ради бога, пускай делают. От этого, я думаю, что хуже не будет, лучше жизнь покажет. Значит, если люди хотят работать, если что-то двигаться вперед и помогать другим людям, это всегда хорошо. Вопрос про Валеру Семенищева. Да, Валерий Семенищев и его потенциал как лидера общественного мнения, да. Валерий Семенищев, руководитель Совета старших по домам городского, был вчера в этой студии, говорили мы с ним про очередной активный человек, который тоже хочет что-то делать, что-то старается делать. Ну, как я могу его оценить? Ну, пускай люди оценивают его. Вот мне кажется, что он активно, он сейчас занимается Марадыковым очень плотно там, да, пытается как-то этому противостоять. К сожалению, без поддержки населения такого активного. Да, потому что на митинги никто не выходит, на пикеты никто не выходит. Но есть люди, выходят, но не так много. Мы понимаем, что это не массовая история, хотя по его же социологии, и я с ней согласен, что 96% жителей Кировской области и города Кирова не хотят строительства Марадыкова. Вот вам весь ответ. Вот когда они там 22 числа, по-моему, проводят митинг? 25-го. 25-го. Посмотрим, сколько в этот раз соберется. В тот раз было 1500 из полмиллионного города. Вот вам весь ответ. То нет, он молодец, он старается, но насколько как бы он эффективен будет и полезен, ну, покажет время. Ладно, посмотрим, что получится с гражданской палатой и какие, собственно говоря, проекты. Какие у них перспективы, да, и для чего она делается. Да. Проект дай бог этим ребятам как бы двигаться. Все, что вперед, это лучше, чем назад. Мы, Дмитрий Михайлович, сейчас сделаем с вами перерыв на минуту пораньше, чтобы к большому такому вопросу тоже подобраться, который на сайте. Вопрос касается реализации нацпроектов в Кировской области. Особое мнение на 101FM. Это действительно особое мнение Дмитрия Русских. Мы продолжаем. Времени все меньше до конца программы. А вопросов все больше, поэтому давайте ускоряться. Да, давайте. Значит, слушатель спрашивает вас кратко, как вы оцениваете реализацию в Кировской области национальных проектов и подробнее реализации проекта по развитию предпринимательства? Да, вопрос интересный. Конкретно, значит, по нацпроектам. Я, честно говоря, не очень их вижу и ощущаю, за исключением, может быть, по здравоохранению, то, что я слышу и читаю, что туда заводится, особенно в онкодиспансер, там большое медицинское оборудование, которое очень современное, и это все идет по нацпроекту. По предпринимательству. Я не знаю, как может нацпроект подействовать на предпринимательскую среду. Очень сильно не понимаю. Значит, я хочу сказать там свое заключение, как предприниматель, человек, который постоянно общается с большим количеством предпринимателей в городе Киров. Коллег по предпринимательскому цеху. Я, никто не сказал, что он в нацпроекте, и он ощущает этот нацпроект. И вообще даже, мне кажется, никто не знает про этот нацпроект по предпринимательству, по крайней мере, из моей среды предпринимателей. То есть предприниматели сами по себе, а нацпроект сам по себе. Да, у нас давно... У нас власть своей жизнью живет, предпринимателей, малый и средний бизнес живет своей жизнью. При всем при этом жизнь
у одних улучшается, у других ухудшается. Я предпринимательскую среду, да? Угу. Потому что совершенно на разных полюсах живем и совершенно по-разному видим мир. При этом я хочу сказать, что последние 2-3 года особенно идет большое падение вообще развития бизнеса в городе и в области. Предпринимателей становится меньше. Очень много предпринимателей закрываются, переезжают, закрывают бизнесы, потому что мы видим динамику о том, что в связи с падением дохода населения и практически отсутствием поддержки государства со своей стороны и усилением фискальных органов на всю предпринимательскую среду, да, это такая становится очень опасная и трудная профессия. Не родину защищать, а создавать рабочие места малому и среднему бизнесу, да, то с этой точки зрения, конечно, я думаю, что ничего в ближайшее время хорошее в предпринимательской среде никто не видит. Значит, при этом мы говорим о том, что, в общем-то, ориентация на крупный бизнес и на олигархов в области и в городе сохраняется, и она продолжается. При этом мы сегодня точно знаем, что основные рабочие места как раз в городе Кирове, по крайней мере, и в области дают малый и средний бизнес. Так это вообще нормально? Это по всему это миру нормально. Так должно быть? Я думаю, так, что так и по налогам быть. Они очень уверенно идут, но, к сожалению, нас никто не замечает, нас никто не видит, потому что, в принципе, сегодня я не знаю почему, но на малый и средний бизнес ставку власть не делает. И я не знаю, какой там нацпроект, поэтому, может быть, какие-то ребята и попали, может быть, какие-то... Нет, ну кому-то поддержка оказывается, ну, дай бог, и даже хорошо. В нашей студии эти люди есть и говорят, что действительно это помогло, но, может быть, это просто но это единичная, не массовая история. Да, единичная, и, в общем-то, это то же самое, как с материнским капиталом. Да? А дальше-то что? Вот тебе попал, тебе дали да. какие-то деньги, а если у тебя нет экономики в стране, да, если у тебя люди сегодня... И условий. Условий нет, у тебя вообще ничего нет, и ты не понимаешь, как из этого всего выходить, то это же вообще печальная история. Мы же сегодня понимаем, что доходы населения очень сильно влияют вообще на бизнес. Потому что у людей сегодня реально не хватает денег даже на оплату коммунальных платежей и там какие-то гашения кредитов. Мы сегодня видим динамику. Сегодня Центробанк сказал, что уже в 2019 году 60% заемщикам отказали в кредитах. Угу. Потому что Центробанк очень сильно боится, что пойдут невозвраты и нарушат банковскую систему. Да? Мы точно так же понимаем. Кризис неплатежей это называется, по-моему. Да, да, да. Угу. И он беспокоится даже не о банках, которые готовы там кому угодно отдать, а о безопасности вообще центральной системы банковской. Там, да? И мы говорим о том, что это же все с чем связано, что людям не хватает доходов, они пользуются, начинают кредитными всякими... Или финансовой грамотности не хватает, когда они подсаживаются просто на кредит. Ань, ну мне кажется, что вообще грамотность приходит, когда у тебя ты можешь думать и считать, и, в общем-то, ты понимаешь, что ты делаешь. Когда у тебя цейтнот постоянно, да, у тебя двое детей, у тебя там... Три работы? Да, как бы еще куча работы, и тебе надо ипотеку платить, и кредиты какие-то, то понятно, что ты уже попадаешь в такой круговорот, который, в общем-то, не может тебя остановить. В общем, люди живут бедно, это не условие для развития бизнеса. Да, это главный принцип, что, конечно, никакой бизнес развиваться не будет, потому что нет потребителей. И производство не может работать, если сегодня некому это производство, продукт производства кому-то потреблять. Тут на самом деле очень большая взаимосвязь. Мы все прекрасно понимаем, что мы видим, что последние годы происходит у нас и в городе, и в области. То в данном случае, наверное, где-то мы рано или поздно услышим о нацпроекте предпринимательства, но будем тогда, наверное, его и обсуждать. Мне сейчас нечего даже обсудить. Понятно. Ну, вот такое особое мнение Дмитрия Русских. Так, к вопросу о расходах, доходах кировчан. Ну, собственно, о расходах, да. Я, честно говоря, первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией, когда у нас 2 недели остается до февраля, и с февраля нам обещали повысить стоимость проезда в общественном транспорте, и мы до сих пор не знаем, насколько. Вот это немножко пугает, или... То есть называлась вот цифра 25-26 рублей, сейчас 22, напомню, там, да, разом на 3-4 рубля. На 3-4 рубля. Значит, если вот они так долго молчат, значит, видимо, или идет обсуждение, или они хотят уже в последний момент дать ту цифру, которая всех нас ошарашит. Значит, потому что если бы это было в пределах 1 рубля там, или 1,5 рубля, ну, наверное, бы уже об этом сказали. Сегодня 2 недели осталось, и никто об этом не говорит. Ну, на самом деле, очень странная ситуация. Хотя вроде и выборов нет впереди, да? Чего уж тут ждать-то?
Но у нас же последнее время очень сильно как бы в области и в городе такая история, что главное — тишина. Да, вот вроде выборов нет, но тишина все равно нужна, чтобы лишний раз людей не волновать, не баламутить. И они вот всегда все пытаются скрыть или показать немножко в позитивном настроении, для того, что людей-то расстраивать раньше времени. Еще праздники прошли, туда-сюда. Ну, будем все ожидать, что... То есть вы предполагаете, что это не рубль, не полтора? Граница, которая была названа верхняя, 26 рублей, будет, на ваш взгляд, по вашей оценке, перейдена или нет? Я думаю, что это уже переходит с экономического вопроса в политический, там, да, потому что мы понимаем, сколько пользуются в городе Кирове и в области людей общественным транспортом. Понятно, что повышение 3-4 рубля – это очень большое повышение для людей, значит, и... Тут, я думаю, что уже такое идет обсуждение чисто политическое, насколько это отразится на доверии к власти и отношении людей к этой власти, если будет такой сильный подъем. Из этого, я думаю, что немножко все и затягивается. Это та же самая история. То есть торг какой-то идет сейчас? Я думаю, что обсуждение идет рисков и потерь именно для власти, потому что ты говоришь, никаких выборов нет, но в 2021 году очень большие будут выборы в Госдуму и в ЗАГС собрания. Ну, да? Еще год до 2021 года. Это тебе кажется. Года. Для выборных технологий уже процесс пошел с этого года. Да, и очень все делается аккуратно. Я думаю, что то, что сегодня говорит президент, это тоже в рамках уже идет 2021 года выборов в Государственную Думу. Uh-huh. Я думаю, что сейчас все как бы его послания и все его предложения, это будет транслироваться партии «Единая Россия» как их победа и их любовь к населению. То есть до 26 рублей не поднимут на 4 рубля? По вашей оценке. Смотря по какой логике они пойдут, экономической или политической. Я тебе хочу сказать, что перевозчики вообще требуют 32. Да ладно? Да. На 10 рублей разом? Ну, потому что они говорят, что последние там 3-4 года практически ничего. Слушайте, не поднимался. Слушайте, у нас пассажиропоток падает. У нас не улучшается качество перевозки. То есть качество общественного транспорта не улучшается. Автобусы не ходят каждые там 5 минут по расписанию. Аня, ты говоришь, они не как профессионал. До 11 до 12 Аня, ночи. Там нет профессионалов. А люди совершенно в коротком периоде живут. То так, понятно, что я понимаю... Какие 10 рублей? Слушай, я понимаю, что в принципе есть куча городов, где все гораздо меньше и дешевле. Качество автобуса выше, и пассажирооборот в два раза вырос. В Москве стоит проезд 38 рублей по карточке «Тройка». 38 в Москве. Да. Там в половине первого, в половине второго ночи можно уехать от метро на общественном транспорте. Мы же сейчас с тобой не говорим, что будет 32. Я говорю, что обсуждались и такие цифры перевозчиками. Так ведь нет, они на что-то ориентируются, когда заявляют такие суммы? Они ориентируются на свою прибыль. Хорошо, перевозчики просили 32, потому что им нужна прибыль. Поднимут, вы говорите, либо на 26, либо меньше, если все-таки политика возобладает. Да, да? Конечно. Это риски определенно. Это опять недовольство людей в городе. На фоне всего, что мы сейчас обсуждали с тобой по детским садам, по школам, по уборке городу, еще туда, пенсионная реформа надо сюда. А кто ездить-то будет тогда? Ну вот поднимут цену, кто будет ездить? Слушай, ну чиновники такие вопросы не задают, потому что они ездят на нашем транспорте, который покупают за наши деньги, и у них все хорошо. Они точно на общественном транспорте не поедут. Так что, кто будет ездить, это уже другой вопрос. Вопрос, насколько поднять. Понятно. Чтобы были довольны или были, чтобы недовольны? Ну вот, по вашей оценке, минимально, насколько можно поднять, чтобы это не было ударом по людям? Ну вот, я снова обращаюсь к федеральному как бы уровню и говорю, ребят, а сколько у нас сегодня официально в 2019 году инфляция в стране? Мне скажут, что 3,5%. Вот давайте 3,5%. Плюс 3,5%. Ну да, это получается при сегодняшних деньгах примерно где-то меньше рубля. Меньше рубля, ну на рубль, хорошо. На рубль. На рубль. Ну я хоть это пойму. На рубль нормально, да. Инфляцией покрывается. Ну, если мы снова к федералам обращаемся. Да, ну вполне, кстати, слушай, понятный механизм. А я бы пошел по другому пути, если бы меня спросили, да? Я бы сделал упор на качество транспорта, который перевозит, на регулярность продвижения, и при этом бы шел по пути увеличения пассажиропотока, и за счет этого бы снижал стоимость проезда. Понятно. Чем больше народа едет в одном рейсе, да, чем больше пассажиров, тем, собственно говоря, дешевле обходится себестоимость этой поездки, тем больше прибыль предприятия. Да, конечно, это же экономика. Понятно. Дмитрий Русских в нашей студии. Еще, Дмитрий Михайлович, у нас остается вот буквально 3 минуты. Есть у нас 3 темы, на самом деле, о которых мы можем поговорить. Это Мария Пленкина. Мы обсуждали эту тему в дневном развороте. Это обжалование приговора по делу электронного проездного. Вот. Это история с костелом Александровским, куда перестали пускать на службы католиков. Что хотим?
Но давайте мы поговорим все-таки о громком деле, который ЦДС. У нас... ЦДС, да. ЦДС. Для меня было на самом деле неожиданным, когда появилась эта новость о том, что все фигуранты обжаловали свои приговоры. И вроде я понимаю, что это такой механизм... Это процедурно. Абсолютно как бы адекватный, всеми используемый. Но у меня только один вопрос. А как же раскаяние? Все же говорили, мы раскаиваемся, нам так жаль, что мы оступились. Но оступились не только они, там их целая банда, кто оступился там во главе с различными людьми, которым сегодня еще не озвучили. Установлены. Да, они еще не установлены, за исключением одного человека. Нет, подождите, они еще судом не установлены. Хорошо, ладно. И значит, один человек, он на назван На самом деле был... их гораздо больше, их очень бы и на протяжении большого периода времени эта организованная группа работала в городской администрации и руководила извне и изнутри нашей администрации города. Из-за этого мы сегодня испытываем такие большие сложности и с бюджетом, и со всем, что происходит в городе. Вкратце, на самом деле, вот эти четыре человека, которые были осуждены, в моем Дмитрий понимании, Никулин, да. Александр Рыболовлев, Анатолий Ганьба и Олег Чичибай. Значит, они получили и так 40 меньше меньшего. Сроки от 3 до 3 да. лет и 7 месяцев. Да. Они получили минимально, хотя у них особо крупные организованные группы лиц. Это очень тяжелая статья, которая подразумевает до 15, по-моему, лет лишения свободы. Они получили меньше меньшего. Значит, при этом они, видимо, еще рассчитывают на понижающий коэффициент, потому что они обращаются на апелляционную жалобу. Угу. Мне кажется, что они еще в каком-то формате рассчитывают на... У нас в ближайшее время будет 75 амнистия. Лет. Да, на амнистии в связи с 75-летием Победы. Да? То в данном случае, вернее всего, что при... дачи каких-то показаний на других лиц, им было обещано, что они обойдутся очень небольшими сроками взамен на то, что они дадут показания на тех людей, которые более интересны сегодня следственным органам. Значит, так они уже дали показания, они в суде их дали. Прошло достаточно много времени, а мы пока особо телодвижения не видим. То, что они дали в суде, это одна история. То, что они дали без суда в камерах нахождения, где они находились, это другая вообще история. Вытащат потом. Мы их не знаем, там, что они говорили. Потому что круг людей, которые привлекаются, все растет и растет. Они могут рассчитывать на снижение срока? Понимаю, что мы не суд. Да, мы не можем не давить, не Мне кажется, не что так как они получили за очень тяжелое преступление организованную группу в особо крупных размерах, и так поменю, если это и пройдет, совершенно в небольшом отступлении от основного приговора. Значит, вот мне кажется так. Никто, конечно, их на свободу, ну, мне так кажется, не выпустит. Потому что еще раз хочу сказать, что они получили и так немного за то, что они сделали. То есть реальные сроки на условные не заменят? Я думаю, я боюсь, что нет. Вы боитесь, что нет? Нет, я, наоборот, думаете, я что думаю, нет? что нет. Да, вы думаете, я, что да, нет? Да, я думаю, что нет, потому что это будет уже совсем как бы некрасивая история, потому что... Ну, в глазах горожан это, мягко говоря, выглядит некрасиво. Да, это некрасиво, потому что мы в глазах горожан много что выглядит некрасиво, и это лишний раз еще доказывает о том, что у нас двойные стандарты, и кому-то дают там за митинг на улице там с 4 года, да, а кому-то говорят за громаднейшее хищение из городского бюджета, да, организованная группа лиц практически меньше, чем ты просто вышел на улицу и решил помитинговать, потому что так жить тебе не нравится. В общем, будем следить за тем, что происходит вокруг дела электронного проездного, дела ЦДС. Благодарю Дмитрия Русских, предпринимателя. Да, у нас там еще у них главный-то товарищ, ведь да, тоже как да. бы... Но он пока немножко по другому делу проходит, главный Кстати, товарищ. Кстати, тоже я так думаю, что взяв 51-ю статью, которая говорит... Я думаю, что тоже господин Быков рассчитывает на амнистию 75-летия Победы. 51-я статья, да. Статья, которая позволяет не свидетельствовать против себя. Да. Да. Дмитрий Русских, предприниматель, депутат Законодательного собрания Кировской области 4-го и 5-го созывов, был в особом мнении. Программу на этом завершаем. Дмитрий Михайлович, спасибо. Спасибо всем. Хорошего дня. Особое мнение на 101 FM.